Если ты хочешь спиннер, но не знаешь, где его найти, то заходи на сайт крути.орг. Здесь есть пластиковые, железные, всякие крутые, светящиеся спиннеры. Вообще их здесь очень много. Приходи обязательно, смотри, ссылочка в описании. Алло, с вами Хованский, и это бюджетная версия шоу Клик-Клак. Нет, это не бюджетная версия шоу Клик-Клак. Это бичевская версия шоу. Мне очень много людей писало в личку, в Инстаграм, везде писали: Юлик, пожалуйста, скажи, какую горчицу кушать? Какая горчица самая вкусная, какая сладкая, какая жгучая? Вот тебе тоже? Да, постоянно. И вот сегодня мне про Зару вот так обычно пишут, как нужно заработать. Че ты врешь, никто тебе не пишет. И сегодня мы собрались, чтобы решить, какая горчица самая вкусная. Также у нас сегодня будет горчичье, которое будет развлекать вас всякими... Мне острое нельзя, но я здесь для того, чтобы комментировать их кривляние смешно, типа... Как мне такое? Че такое, девочка? Это я слишком остро, да? Я думаю, нет. Ну, в общем-то, это весь материал, который я заготовил на сегодня. Горчица русская от Юнидан. Горчица от Хайнц, французская. Горчица русская от Махеева. Горчица тоже русская от Погребка. И горчица зернистая от Юнидан. Глоток моего пива на время снятия шоу стоит 1000 рублей. Просто если вдруг кому-то так захочется, что сил не останется, 1000 рублей стоит. Или там сзади есть крепкий алкоголь. Можно, например, вискарем запить. Кстати, объем горчицы какой? Со столовой ложку или с чайной? Вот нужно суефарить. Ну давай с... Давай-ка нет, сначала решим, с горкой или не с горкой. С горкой. А то вот это все начнется, у одного будет вот так вот, а другой возьмет меньше, начнется сразу с горкой. С горкой. Чтоб без хуйни. И эту с горкой. Да. Все зафиксировано. Ну давайте. На камеру. Раз, два, три. Бля, что так быстро-то? Почему я проиграл? Нет, я проиграл. Он один был. Все, хорошо, да. 3, 2, 1, горчича! Это новое название шоу. Горчича. Оно так. А чё вы сразу хлебом-то? Так неинтересно. Нужно как-то это распробовать, расцветить горчичу-то. По-моему, распробовали. А по-моему, нет. Вот Чернику лицо какое-то, типа, прямо это... Ой, блядь! А, кстати, это, я не знаю, видно ли это на камере, потому что у меня очень плоская картинка на Кэноне, но у них рожи чуть покраснели. Конечно. Меня сейчас вырвет. Они с каждой горчищей будут все больше и больше краснеть, и под конец станут. Вот, смотрите на кузьбу. Зачем ты выбрал такое тупое условие для конкурса? Можно было этими ложками, и мы покончились, а ты еще большой пример. Это вносит некий интерес, некую соревновательность. Ну, да, как понимаешь, как в Клик-Клаке, кто-то должен быть Андреем Старым. Да, реальные эмоции. Ну, что скажете? У меня прошибло на пот. 1000 рублей! Я взялся с пивом ставить, дай, блядь, запить эту горчицу ебаную. Слушайте, это чит, ему же нельзя запивать. Все, и ты мне 1000. Я думаю, не буду это еще отдавать. Ты еще отдашь. Не отдам. Футболку снимай. Поделитесь. Не так горько, не так горчично, как я думал. Бывало горчицы помню. Да, вот по твоему еблу ты не сказать был, когда ты ее ел, что ли. Я это делал, на себя перетягиваю. Очень острая. Ой, очень уксусная, я хотел сказать. У нее много странных вкусов. И не очень острая. А мне понравилась эта горчица. Вот я бы предпочел бы выбрать эту горчицу для праздничного стола, чтобы заедать что-то вкусное, нежели еще более острое. Нет. Горчича должна быть горчить. По острости я бы поставил этому... 3 из 5 где-то. Можно по 5-бальной будем, да? О, ну, началось! Горчичи патруль, блядь, поехали! Острость! А по вкусу, ну, блин... Ну, тоже так себе, Один из 5. Да, 2 из 5. Я вот хочу процитировать Юрца, как он мне говорил, хуй тоже воняет, вот. Ну, типа... Я в жизни так не говорю. Я такого не говорил никогда. 4 из 5 общий балл. И по острости, и по вкусу. Па-п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 а-
Камень. Раз, два, три. Я должен считалочки, наверное, делать. Нет, ты только будешь дезинформировать. Так. А, да, наёмка. Раз, два, а! Кто лох, блядь? А что это тут у тебя за прогал такой-то так зачем? Да она огромная, ты посмотри. Ладно, ладно, ладно. Ну, камрады, это за здоровье. Ебать. Я только сейчас понял, что это кого-то из вас может вырвать на мою барную стойку. Я думаю, меня. И это будет круто! Улёт! Ну что, поехали? Давай. Раз, два, три.
Она такая мерзкая. Он даже не продает горчичности какое-то блюдо. Эти зерна как пшено. Просто когда, очень кисло. Когда на ютубе уже слишком много видео про острый кетчуп, там соус, который все, приходит время горчичи. Отстойная горчица. Вкус говно один. Говно просто. И острость ноль. Горчичи да. Хуйня. Горчичность ноль. Будто горчица из-под залупы какая-то. Да. О, залупная горчичка. Ну что, вы доели? Просто отстой, блядь. Выбирай, Ник. Вот наш дизреспект, ну как наш. Унидан. Унидан, бля, вообще. Я почему-то верю в эту горчицу. Есть еще унидан, но русская. Я выбираю эту горчицу. Ох-ох-ох-ох. Раз, два, три. Ёб твою мать. Никитос вообще ко мне в гости просто зашел, не ожидал, что... Ну, когда увидел горчицу, такой, блин, ребята, можно попробовать? Как удержать? А вот это что это такое? Ты зачем? Я зачерпнул больше, чем нужно, да. В шахматах есть правила. Ебать, да ладно, сука. Она будет очень острая, ебать. Сплю. У меня такой, я когда понюхал, у меня больно стало глазам, а не носу. То есть, вот эта штука, она как будто, блядь... Зелёнка. Я больше не хочу брать. Это и так полный пиздец. Это как шоу из тупого будущего. О, написано, продукт готов к употреблению. Рекомендуется употреблять столовыми ложками. О! Я напиздел. Ты чё, кто такой напишет на горчице, блядь? Мы, ребята, просто ёбнутые, блядь. Оу, 3, 2, 1. Горчича! Все вместе в комментах. Горчича! Горчича! Ну? Отстойно. Да. Все равно не остро? Mm-hmm. Чуть-чуть. Не, остро. Ну, на Юлика вообще посмотреть больно, бля, он. Смотрите, он так похож на Леонида Ильича Брежнева еще больше, чем обычно. Дорогие у меня. Уши разложило. Острота 3 из 5. Я помню, когда... Я еще злоупотреблял всем острым. У горчицы такое свойство, что ты ее сначала откусываешь, потом вот пару раз пережевываешь, и тебе становится остро. Особенно и потом буквально секунд, да, секунд вот 5, и становится так остро, блядь, что в первый раз было не остро. Что это за ебаный критерий оценки? Я не понимаю, если... У него кровь из носа, пацан! Если течет слезы из глаз, блядь, если закладывают уши, почему 3 из 5? 5 из 5. Я 4 из 5 поставил. Я съел, чувак, столовую ложку. И, блин, я почти не поморщился. А Юрик молодец такой, нахуй хуй, я думаю, так будем есть ложками. Без хлеба. Так так было бы, да, я про то и говорю, блядь, что это, конечно... Тогда бы точно кто-то сблеванул. Так безопаснее, но менее весело. Вкус... 3,5, горчичность 4. Это лучшая версия первой горчицы. Да-да-да, горчица русская от погребка. Ставим лайк. Я ставлю 3 за остроту и 3 за вкус. Фу, я предлагаю вот эту, а Хайнц напоследок оставить. Горчица русская, Юнидан. Юнидан мы уже пробовали и... И она была хуёвая. Она соснула, да. Но это была зернистая. Может быть, вам именно зернистая горчица не нравится, а такая подойдет? Ну, я думаю, это вообще просто будет. Раз, два, три. Наконец-то. Стратегия 4 раза подряд ставить этот камень плохая. Рекомендуется употреблять. Пошел нахуй, да, горчица. Рекомендуется употреблять в качестве приправы. Нет, там это правда написано. То есть не. Корица патруль, ждите. Видимо, тут прямо написано, что не ешьте горчицу. Ложками мы рекомендуем. Вообще тупая идея. Это что такое, Кузьма? А вот это что, пацаны, вы такие? Вы такие? Ну-ка, Юлик, вывали ему. Так нельзя. Вывали ему со своей ложкой. Что, это слишком мало? Конечно, смотри, у тебя тут такое, вот это, что это за недотрах такой? Давай, давай. Все, в пизду пошел. Давай. Динь-динь. Раз, два, три. Горчича! Хуйня, горчича. Хуйня. Да, даже... Хуйня. Что это за страна, в которой нет горчицы, которая может... Да, но все равно немножко, да? Немножко, да. Которая не может заставить тебя плакать. Это странно. Мы живем в России. И фильмов уже таких тоже давно не снимают. Юра, ты загораживаешь Кузьму. Ты загораживаешь его страдания. Вкусный хлеб. Никогда столько черного хлеба не ел. Твое слово. Но не такая жесткая, как предыдущие горчицы. Короче, так себе горчича. Да. Я ставлю 2 из 5. Я солидарен с Никитосом. Да. Единогласно. По вкусу, ну, неплохо.
Ну, типа, 3,5. Я потом, когда они будут драться за очередь в толчок, чтобы поплевать, сниму вот в конец 20 секунд, чтобы подконечные заставки вот это, знаешь, типа, вашу очередь такую. Блядь! Давайте следующую горчичу. Хайнц французская, 100% натуральные ингредиенты. 100% чего? Натуральные ингредиенты. Давайте. Раз, два, три. Горчичное семя! Раз, два, три. Горчичное семя! Раз, два, три. Горчичное семя! Нет! Бля, Никитос, ты сегодня прям это... Вот зашел в гости, да, к видеоблогерам, сидишь, горчица. Как жене потом объяснять, бля, почему у тебя блевотина на цвет как, бля? У тебя блевотина везде. На цвет как говно. Ну и на запах странный. Почему ты блюешь говном? Вы что, ели говно? Мы ели горчицу. Да что ты пиздишь? Знаете, мне уже похуй, горчит, не горчит, просто смотрите, она такая смотрите, мерзкая. У нас эстет не доел корочку, как от пиццы. Нет, такой, худеешь, Никитос? Я чувствую, как у меня давление поднимается по боли. Сука, ложка такая тяжелая. Приятного аппетита. А, давайте, точно, я забыл. Давайте все вместе в комментах. 3, 2, 1, горчича. Ты почему не съел горчичу? Это что такое, Кузьма? Это что он делал? Он постоянно, он смотри, это что такое? Дурак, это уже съеденная горчица. Нет, оближи ее. Что за, в чем твоя проблема? А ты иди, съел. Он ничего, он хлебнул пиво, не доложил ложку и не доел горчичу. Я как с властью данной мне, я узурпировал ее. На самом деле, объявляю Кузьму проигравшим в сегодняшнем горчичном патруле. Он, вот, ну, Кузьма, не надо так переживать, ты что, плачешь? Никит, ну, ладно, Юлик проигравший. Ну, Кузьма, ну ты что? Кузьма, не закрывай лицо, они должны видеть твои страдания. Смысл был в этом, не закрывай, зачем ты? Они должны видеть... Боль на твоем лице, то что оно красное, не прикрывайся. Но это-то острое хотя бы. Оно все острое. Это же горчица. Оно просто невкусное. Но мне сегодня главное говорит, а что такое горчицу сжать? Я говорю, а ты ел хоть раз горчицу? Говорит, мне дало горчичную ел. По остроте я поставил типа 3,5, может даже 4. Вкус один. Вкус один, остроту 2,5. Компания Хайнц очень обидится на такой отзыв. Очень кисло, очень кисло. Да, неплохо. Короче, какой итог подведешь? Подведете? Подведу итог. Вот эта горчица самая лучшая. У нее приятный вкус, и она самая горчичная. Не нужно жрать целыми ложками, чтобы почувствовать горечь, остроту. Вот то, что хотят люди, которые любят острое. Я, например, люблю острое, я люблю халапеньо. Но горчица это немножко другое. Это именно жжет. Как хрен. Кузьма до сих пор ее дожевывает. Она жжет, как, блядь, тусер. Фу, так что горчица от погребка самая лучшая. Мы это выяснили. Мамикс его помощник. Эксперимент удался! Погребок. Можете подписаться на Никиту, Кузьму и Юру. Этого парня. И лайк поставить. Я не гастроэнтеролог, но могу сказать, что, наверное, с точки зрения медицины, жрать горчицу все-таки не стоит. Внимание, я не врач. Это мое личное мнение. Может, это полезно, наоборот, от язвы предохраняет, там, типа, бля. Но я бы на вашем месте не стал.